Патриотизм – это не только про военную выправку. В этом слове верность себе и своим принципам, честность, доброта, великодушие и готовность прийти на помощь к тем, кто в ней нуждается. Об этом маленьким химчанам рассказали на костюмированном квесте в детском саду «Сказка». У нас сегодня квест-игра «День мужества». И по традиции мы с вами всегда начинаем наше с вами мероприятие с исполнения гимна Российской Федерации. Прошу всех встать. Мальчишки и девчонки отвечают на вопросы о государстве, читают стихи и поют песни. А еще учатся оказывать первую помощь. Завяжем. Депутат муниципального совета Инна Монастырская уверена, любовь к истории своей страны, языку и традициям закладывается в самом раннем возрасте. Воспитанниками детского сада «Сказка» мы проходили квест о мужестве, говорили о мужестве. Ведь очень важно воспитывать патриотизм в детях самых ранних лет. Такой праздник для ребят – это не только возможность интересно провести время, но и вклад в будущее каждого из них. Елена Тараненко, Нина Липанова, Вильфрид Демковский. Новости Химки ТВ.